И счастье есть только сейчас. И вот когда вы листаете эти интернет-магазины, вот, у вас как бы счастье тоже сейчас. Но оно, когда вы совершаете мнимые эти покупки и выборы, оно вас расходует. Оно вас не делает ни больше, ни лучше, ни краше, ничего. Понимаете, это вас никак не развивает, это не открывает вам никакие новые перспективы. Вот это здесь. Просто потеряете дофамин. Просто потеряете способность получать удовольствие. В наше время потребления, в котором мы сейчас находимся, в этом времени потребления, самое опасное – это то, что мы постоянно нас провоцируют на то, чтобы мы потратили свой дофамин. А нам нужно его внутри самих себя культивировать. А культивируется он, когда мы что-то сложное, красивое, интересное способны понять, придумать, осознать. Вот вы иногда смотрите какое-нибудь там кино, ну и что-то непонятно там, что-то происходит, там, ну какое-нибудь хорошее кино, если смотрите. И кто-то вам говорит, ну слушай, там же вот смотри, что было. И вы так, о, тут действительно, что это случилось? У вас сложился интеллектуальный объект, понимаете? Вот, когда складывается, дофамин выделяется. На ровном месте, бах, вы получили удовольствие. От этого вы только сильнее становитесь. Вы его не растрачиваете. Здесь оно уже никак не завершается. Или завершается каким-то разочарованием. Поэтому поберегите себя. Не надо играть по правилам, которые вот вся эта система реализует. Главное, где голова ваша. Если она в потреблении, она не с вами. А жить без головы – дурная жизнь.